Добрый день. Видео делаю для Hunter 65. Получение звука так называемого Cajun Squeal. Сложного ничего нету. Сначала звук делается открытым горлом. И работаем как при обычном манении. То есть делаем уф, 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 уф. Вот такой вот выдув. Вот такой вот выдув будет. Потом форсируем давление воздуха, да? Сужаем горловину, горло сужаем, резко проталкиваем воздух и делаем звук с сжатыми губами уже, то есть оставляем очень маленькое отверстие, получаем вот такой звук. То есть звук будет получаться и уходим в высокий звук, вот такой вот будет звук. Соответственно, начинаем снизу и вверх. Если делать медленно, то звук должен получиться вот такой. В это время помогаем работать челюстями, то есть звук и делаем это быстрее, 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 и, соответственно, рано или поздно будет получаться это быстрый звук. Вот примерно покажу, как он делается. Сложного как бы в этом ничего нету. Звук чем интересен и хорош. На этот звук иной раз прямо без облета реагирует утка и падает сразу. То есть вот она идет, даешь осадочку, она как бы видно, что она пролетает. Вот Cajun Squeal даешь, она тут же раз и пошла вниз. Не всегда, конечно, но реально иной раз видишь, что эффект очень обалденный от этого звука. Сложного вроде бы ничего нету. Надеюсь, помог. Ни пуха, ни пера.